Хочешь что-нибудь почитать, Харви? У тебя нет каких-нибудь комиксов? Хочешь что-нибудь почитать? «Капитан Негодяев» и «Хлеба смерти» уже читал. Только не рассказывай мне, чем заканчивается. Это вентиляционная шахта, по которой я отсюда выбралась. Хоть это и прикольно, но одного пока хватит. Хоть это и прикольно, но одного пока хватит. Хоть это и прикольно, но одного пока хватит. Нет, решетку невозможно раскрутить. Смотрите, великолепная Эдна и ее танцующие ногти. Когда я стараюсь куда-нибудь залезть, теряется все очарование. Я не собираюсь ее выбрасывать. Мне она еще понадобится. Нет, Эдна, прекрати. Не смей рисовать каракули в приключениях капитана Негодяева. Это неуважительно. Харви, по-моему, неуважительно пишется через «и». Ну и что? В этот альбом стихов я уже писала. Эту клюшку надо пометить. Эта клюшка для игры в поло — собственность Эдны Конрад. Хорошо, я придумала. Теперь в полоклубе никто не спутает. Не думаю, что надо метить сломанную ножку стула. Ее никто не украдет. Харви, тебе нарисовать тату. О да. Можешь нарисовать у меня на плечах китайского дракона. Нет, к сожалению. Очень уж у тебя спина измочаленная. Прыгнуть — это не выход. Ого! Похоже на то, что у меня впереди еще длинный путь. Там за стеной лес и река, и мост над рекой. Я вижу клад, а дальше дома. Вон тот. Мне срочно, чтобы не прятал. Дома я точно найду какие-нибудь... Ты что-то из этого узнаешь, Харви? Отсюда все выглядит как-то иначе. Но мне кажется, что наш дом должен быть где-то там, сзади. Что ты? Харви мой лучший друг. Смотри, Харви, так можно настроить программу. С помощью ногтя? Ну, конечно. Глянь-ка, Харви, это антенна. Круто. Теперь мы сможем связаться с кораблем-маткой. Думаю, что она мне понадобится. Похоже на фигуристку со сломанной ногой.
Я могу видеть примерно 40 литров неба. Глянь-ка, Харви. Свобода. Ух ты! Всего несколько сантиметров отделяют нас от нее. Слишком высоко. Не могу дотянуться. Слишком высоко. Не могу дотянуться. Это мой старый друг Харви. Капитан Негодяев и атака хлебов смерти. Бо, это же первое издание с ограниченным тиражом. Лексикон АМ. Греческое лексикон подразумевается библион. Буквально словарная книга. Словарь преимущественно иностранных слов. Смотрите также словарь. Эй! О, я лучше уйду. Подожди! Это что еще такое? Ну-ка немедленно залезай обратно! Ты себе все кости переломаешь! Так выйди и поймай меня. Да. Да ну. Наш мини-гольф-профи боится высоты. Трусишка, трусишка. Посмейся еще. Когда-нибудь ты слезешь. Вот тогда я тебе покажу, кто тут трус. Как долго ты еще собираешься ждать? Пока я тебя не поймаю. С этой крыши у тебя есть только два спуска. И один из них перекрываю я. Но поверь мне, если выберешь второй, то тебе будет намного больнее. Так или иначе, но тебе не удастся там отсидеться. Да? И что ты хочешь предпринять, чтобы мне это не удалось? Хочешь сделать звонок другу? Тогда ты можешь позвонить кому-нибудь, кто не такая размазня, как ты. Например, 5-летней девчонке. Ох ты! Удачи! Я пойду наслаждаться свободой. Может, хочешь почитать? Хорошая идея, крошка! Мне очень нравится капитан... как его? Полезно! Иди сюда и дай мне комикс. Я тебе не доверяю. Лучше я оставлю комикс себе. Тормоз. Мужской род. Единственное число. О, глянь-ка, тут твоя фотка, Шизель. Что? Ну, погоди у меня! Может, устроим дуэль? Ну, конечно, милочка. Иди сюда, к окну. Нет уж, забудь об этом. Глянь-ка на этого простофилю, Харви. Для меня он все еще барон фон Шизель.
Не так быстро, милочка. Вот я тебя и поймал. Что это ты тут ходишь? И как тебе удалось выйти? Пошла обратно в камеру. Хочешь услышать мой ответ? Ха, смешно. Тебе придется придумать что-то другое. Да. Ладно, Гудини. Не знаю, как тебе удалось сбежать, но я уверен, больше тебе этого не удастся. Без растения эта колонна выглядит как-то нелепо. Я не хотела. Вранье. Для чего нужны эти выключатели? Эй! О, я лучше уйду. Подожди! Это что еще такое? Ну-ка, немедленно залезай обратно! Ты себе все кости переломаешь! Так выйди и поймай меня. Да ну, трусишка! Посмейся когда-нибудь вот тогда! Это не упаковочная бумага. Ты должна относиться к капитану негодяю. А? С чего это? А с того, что только энергия уважения к капитану... Ах, перестань. Не будь таким занудой. Я знаю, это сломанная ножка стула. Но это все еще ножка стула.
Отойди, или я ткну тебя заточенной ножкой стула. А, боюсь, боюсь. Дашь мне автограф? Ну, конечно, милочка. Иди сюда, к окну. Ага. Забудь об этом. Твой автограф все равно никого не интересует, кроме социального работника. Тебе нравится эта колонна, Харви? Китч. Я не стану ломать эту колонну. Пусть она останется символом ужасного дизайна на все времена. Ты не сломаешь ее, потому что она на самом деле прекрасна. Я не стану ломать эту колонну. Пусть ты не сломаешь. Стану ломать эту... Пусть она... Ты не сломаешь... Колонна блокирует дверь, но изнутри ее можно открыть. Там этот шизель. Лучше я не буду подходить к нему близко. Перестань. Не будь таким занудой. Я знаю, это сломанная ножка стула. Но это все еще ножка стула. Этот шизель. Лучше я не буду. Не так быстро. Вот что это? И как Паш? Хочешь услышать? Ха, смешно тебе придет. Да! Ладно, Гудини. Не знаю, но я...
Это я точно не хочу таскать с собой. Зачем? Там явно чего-то не хватает. Он мне не нужен. Он ведь сломан. На вкус как ананас. Я лучше уйду. Подожди! Что это такое? Что это ты тут ходишь? Как ты оттуда выбралась? Пошла обратно в камеру! Хочешь, чтобы я ответила? Смешно. Придется постараться. Да. Ладно, Гудини. Не знаю, как тебе удалось сбежать, но я уверен, больше тебе этого не удастся.
Эй! О-о, я лучше уйду. Подожди! Это ж... Ну... Так... Да, трус... Вас когда-нибудь... Теперь нажать на ручку невозможно. Что за... Эй! Что это такое? Ау! Халгар! Доктор Марсел! Кто-нибудь! С этой стороны то же самое, что и с той. Закрыто. О-о, да, тут кто-то есть. Это ты, новичок? Да, это я, новичок. Кто же еще? Да, кто же еще? Слушай, не мешайся, ладно? Да тут пусто. И кто мог выпить всю воду? О, нет. При такой влажности растению тут хорошо. Там годовой запас бумажных стаканчиков. Выбор большой. Возьму особо размокший экземпляр. Использованный одноразовый стаканчик. Их так называют, потому что их можно использовать только один раз? Почему же я нашла его в мусоре? Хм, пусто. Некоторые светятся, некоторые нет. В зависимости от того, горит ли свет в помещениях. Телевизор выключен. Телевизор выключен. Завораживает. Я попробую еще раз. Руки прочь! Не вышло. Что ты о нем думаешь, Харви? Он ленив, это явно видно. Что ты о нем думаешь, Харви? Он... Я не хочу мешать, но... Говори быстрее. Это главный ключ? А ты как думаешь? И он открывает все двери? Все, кроме одной. Можно я его возьму? Мне нужно на склад принести воду. Но
Тогда ты опоздал. Больше воды нет. Ты выпил все? Ну да. Чем я только при этом думал. Ты что, выпил всю воду? Не напоминай мне об этом. Мне надо бы в туалет. Но я не могу оставить свой пост. Как будто у психов может что-то случиться. Хорошо, что я очень выносливый. Не зря меня зовут Пузырь. Так долго сдерживаться вредно для здоровья. Да ладно, я выдержу. Не зря же меня называют Пузырь. Объем твоего пузыря должен быть огромен. Да. Еще ребенком я упал в котел. Ты имеешь в виду котел с волшебным напитком? Нет, просто котел. Так иди, я послежу. Эй! Это ответственное задание. Речь идет не просто о том, чтобы сидеть и убивать время. Никогда бы не подумала. Я сдаюсь. Твой пузырь слишком силен. Еще что-то? Что ты там смотришь? Я слежу за дурачками. Вообще-то я с большим удовольствием смотрю телек. Но сейчас опять что-то с антенной. Чтобы им стало стыдно, этим антеннам. Ну, все не так страшно. Психи вполне интересные. Правда, со временем сам становишься психом. А если долго смотреть на мониторы, то можно увидеть буквы. Вернемся к главному ключу. Что еще? Можно я возьму? Не помню, куда положила свой. Хорошая шутка. Как будто доктор Марсел даст тебе собственный главный ключ. Этот главный ключ – самый важный объект в здании. Даже у Халгара такого нет. И такому разгильдяю, как ты, я его точно не доверю. Я не новичок. А, да? И кто ты? Я имитатор звуков, специализирующийся на звуках воды. Что?
Буль-буль-буль-буль. Прекрати! Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Прекрати! Плюх-плюх-плюх-плюх-плюх. Прекрати! 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 Буль-буль-буль-буль. Прекрати! Представление закончено. Наконец-то. Я не новичок. А, да? И кто ты? Слышал когда-нибудь о Торе, боге грома? Ну хорошо, Тор, ты ведь тоже можешь свалить, как молния, верно? Я не хочу мешать, но... Говори быстрее. Я не новичок. А, да? И кто ты? Это шутка. Конечно, я новичок. Ты действуешь мне на нервы. Скажи, чего ты хочешь, и исчезни. Ну, я тебя оставлю одного. Ну, так вперед. Как я выгляжу? Интересно. Вообще-то я думала, что я блондинка. Как я выгляжу? Интересно. Может, есть другой мотив? Как я выгляжу? О, нет. Он так размок, что развалился под струей воды. Это нечестно. Оно исчезает в стене. Это нечестно. Оно исчезает в стене. Слишком большое, кроме того, бесполезное. Это всего лишь декорация. Закрыто. Прямо посередине приклеена фотография доктора Марсела. Закреплено на стене. Ничего, без дротиков это все равно бесполезно. Ура! Там действительно что-то есть. Фух, старые и несъедобные. Там действительно что-то есть. Фух, старые и несъедобные. Нет фильтра. И что еще важнее, нет кофе. Склизкий.
Похоже, они присохли к шкафу. Нет, спасибо. Это для меня слишком диетическое. Похоже, они присохли к шкафу. Ура! Там действительно что-то есть. Старые и несъедобные. Сделано из промышленной пены и сахара. Здесь написано, что внутри пакета сюрприз. Эй, здесь был сюрприз. Это настоящее полицейское удостоверение из мелких деталей, которые можно проглотить. Круто. Готова поспорить, только самым крутым копам выдают мелкие детали, которые можно проглотить. Я в составе особой команды некоего комиссара Келлога. Как вкусно! А еще это замечательное шипение, когда сахар Капитан Негодяев ест кукурузные хлопья только... Харви, есть хочешь? Да нет, в общем-то. Такое чувство, словно живот битком набит ватой. Что ты об этом думаешь, Харви? Ух ты! Искусственные красители и химические усилители вкуса. Хочешь искупаться, Харви? О, нет. Эй, вы здесь! Не комбинируйте без разбора неповрежденные предметы инвентаря. Все будет занесено в полицейский протокол. Да, на обратной стороне действительно викторина. По-моему, в таком лабиринте и медведь Бобо быстро бы спекся. Такой же размокший, как и предыдущий. И, несомненно, такой же... У капитана Негодяева на поясе есть специальный... Когда пьешь воду из такого стаканчика... Кукурузные хлопья просто так есть нельзя. Перед этим их нужно минут 10 выдержать в молоке. Точка, точка, запятая. О нет, пропал стаканчик. Вот блин, я так хотел узнать, что... Такой же размок и не сам. Полную чашку полотенца. Эй, полотенце, полную чашку. Ну вот,
Полотенцедержатель сломался. И чего ты хочешь добиться? Чистой грязи? Как вкусно. А еще... Что ты об этом думаешь, Харви? Что? Полотенце сделано не из кашемира? Ими я точно не стану вытягивать. Это нечестно. Оно исчезает. Я вижу оберточную бумагу, но нигде... Значит, в этом году Халгрид... Чёрт. Ящик невозможно раскрутить. Жаль, я так и не узнаю, как туда затягивается полотенце. Я думаю, там живет Зидиум. Эй, Харви, Зидиум туда не поместится. Поместится? На этой картинке капитан Негодяев сушит волосы. Это работает не так. Я не знаю, как, но не так. Это не мебель. Это растворитель мозгов. Нужна помощь специалиста. Это я лучше оставлю специалисту. Нужна помощь специалистам. Она закрыта. Ку-ку. Ау! Не реагирует. Ку-ку. Ау! Не реагирует. Ку-ку. Ау! Не реагирует. Ку-ку, ау, не реагирует. Он разговаривает по телефону.
Здесь написано «Добро пожаловать». Коврик лежит так, что надпись можно прочитать, когда выходишь. Интересно, это сарказм? Нет, грязь на своих подошвах я заработала тяжким трудом. В реальной жизни ключи никогда не лежат под дверными ковриками. На всякий случай. Я так и знала. Здесь написано «Добро пожаловать». Коврик лежит так, что надпись можно прочитать, когда выходишь. Интересно, это сарказм? О, какой сюрприз! Столовые приборы. Посмотрим, что у нас тут есть хорошего. Нож и вилка. Сюрпризы не кончаются. Да ну, ни одной ложки. Где, черт побери, все ложки? Она пойдет с нами. Немного тесно, тебе не кажется? И так чистый. Да ну, они прикреплены к заднему плану. Ну и дела. У меня нет ничего настолько мокрого, что я не могла бы вытереть полы халата. Нужно всегда хорошенько вытирать под ногтями. Но, Энна, это же кухонное полотенце. Что касается педикюра, то тут я непреклонна. Никто не сможет. Есть определенное сходство. Эй! Харви, тебе нужна каска? Нет, спасибо. Когда в голове одновато, утрачиваешь чувство опасности. Да, мне дали те же таблетки, что и тебе. Ножик и вилка, ножницы, свет. Сидеть на уроках, конечно же, нет. Не хочешь подержать нож, Харви? О, да, о, да, о, да. А теперь давай поищем доктора Марсела. Харви, веди себя прилично. Насилием проблему не решить. Трусиха. Сегодня день пожеланий. Очевидно, любимые блюда распределяются в соответствии с местами за столиками. Но в меню пока ничего нет. Сегодня день пожеланий. Очевидно, сегодня в столовой день пожеланий. Ой! Тебе не разрешается бегать здесь просто так? У меня есть специальное разрешение. Пластинку заела, мадемуазель Эдна. Доктору не следовало так стараться, когда он стирал тебе память. Ты все время приходишь с одними и теми же отговорками. Что еще? Ты же просто в гости. Ты новичок или нет? Подожди. Тебя здесь вообще нет, правильно? Ты мне надоела.
Тревога! Сбежал пациент! Что такое? А какие есть варианты? Пациентка сбежала. А где остальные? Халгара и Шизеля нет? А разве не должен это знать? Я целый день сижу здесь. Я даже не знаю, что там вообще происходит. Но, видимо, с тех пор, как уехал доктор, вся лечебница на ушах стоит. Это, просто у меня еще ни разу не было беглецов. Ну ладно, я просто запру ее к остальным. Поди, ничего страшного в этом нет. Так, ты посидишь здесь, пока не вернется доктор. Это я, пожалуй, испортила. Здравствуйте. Здравствуй, юная дама. Стой, не с места. Без сомнений, ты не такая, как остальные. Твоя аура наполнена энергией. Кто ты? Откуда ты? Меня зовут Эдна. Я из башенной темницы. Тебя воистину долго держали в заперти. Твоя судьба как сухая губка, которая хочет напитаться свободой. Но ты еще не достигла своей цели. Держись, Эдна. Дни твоего заточения сочтены. Ух ты, впечатляющая речь, старик. Что привело тебя ко мне, дитя? Чем именно ты занимаешься? Я проверяю поток ЦИ на целостность. Зачем ты это делаешь? Кто-то же должен это делать. Нельзя же просто так ходить с дырявым потоком ЦИ. Не то инь окажется целиком под янь, и будет нам тогда полный фэншуй. Кто живет в подушечной крепости? Ты имеешь в виду короля Адриана? Интересный случай. Его ударила молния. И с тех пор у него появились некоторые способности. На самом деле этот случай подтверждает кое-какие мои теории. Что это за теории? Я разработал несколько теорий по поводу короля Адриана. Его ударила молния, и у него вдруг появились способности к ясновидению. Я еще точно не знаю, как будет называться моя теория. На выбор есть психокинетическая проводимость как результат воздействия электрического тока, электростатическое расширение психики, ясновидение, сгенерированное током высокого напряжения. Или просто везет не только дуракам. Почему вы называете его королем? Такой была ставка в одной из партий в... Мы были так наивны. Думали, что человек-пчела придумал ставку. Контролер разработал без... Профессор Нок снабдил нас стимулирующими... Он копил их целый год. Петра даже придумала хореографию. Но все было напрасно. Что ж, могло быть и хуже. Подумать только, если бы победила Петра. Каждое утро отжимание и подъем туловища. А что это за способности? Он видит события. Ух ты, неудивительно, что он у вас король. Это должно давать ему бесконечно. Еще какую? Таким способом он каждый раз выигрывает. Да-да, но кроме этого... И в эрудита тоже. Но возможности... Вот именно, полная полка игр. И во всех выигрывает Адриан. Он даже выиграл соревнования по пазлам. Наградой была медаль из чистого золота. Поговорим о чем-нибудь другом. Кто ты? Мое имя уже давно не... В тот момент, когда на меня снит, я решил порвать все свои связи. Теперь я Алюмен. Все сумасшедшие любят говорящие имена, итак? Они лучше запоминаются. Почему ты так одет? Алюминий повышает мою астральную проводимость. И поэтому я постоянно нахожусь на связи с эфиром. А буква А на груди? Это не А. Это рунический знак Земли. Он связывает меня с Гией. Землёй, матушкой. А зачем очки для плавания? Они защищают от хлора. Зачем же еще? Ты знаешь, как отсюда выбраться? Снаружи и внутри — это всего лишь два аспекта одного и того же положения вещей. Как две стороны одной монеты. Эдна,
Не будь ни внутри, ни снаружи. Будь проще. И это все говорит тебе твоя вешалка? Да нет же. Она служит мне антенной для космических вибраций. Кроме того, я держу ее при себе для надежности. Знаешь, алюминиевые накидки так быстро мнутся. Можно мне взять твою вешалку? Мне вообще неприятен концепт мирского имущества. Но, к сожалению, вешалка мне очень нужна. Во-первых, она служит мне антенной. Во-вторых, я держу ее при себе для надежности. Знаешь, алюминиевые накидки так быстро... У меня есть вопрос к королю Адриану. Выкладывай. Поговорим о чем-нибудь другом. Мне уже пора идти. Следи за своей кармой. Поймай лягушку. Нет. Пусть меня считают сумасшедшей, но эти игры для полных идиотов. Испорчено. Но почему тогда так светло? Наверное, из-за графической карты. Это не карманная лампа. Алло. Трогельбехер. Так тебя зовут? Трогельбехер. Мне нельзя войти? Трогельбехер. Я на аудиенцию королю. Трогельбехер. Жаль. Какой мужчина. Если бы я еще могла произвести на него... Я специальный агент полиции. Вахтмейстер Эдна. Трогельбехер. Конечно, я могу предъявить документы. Трогельбехер. Конечно. Можно мне к королю? Трогельбехер. Круто. Спасибо. Так, так. Мои дозорные сообщили мне, что ты прибудешь. И о том, что появится новая власть на востоке кают-компании, чтобы забрать мое королевство. О чем ты говоришь? Ты умудрилась пройти мимо охраны, бедный, верный Трогельбехер. Я жажду твоей крови. Что? Но... О, ужас! Моя рука слаба. Не в силах она держать мой меч. Я что, попала не в ту игру? Прежде чем ты разрушишь то, что построено поколениями, мой замок, мой трон и мою золотую медаль соревнований по сбору пазлов, тебе придется победить меня в умственном поединке. Готова ли ты? Золотая медаль? Настоящее золото? Ну, конечно. И не только. Почему? А что же еще? Ну, хорошо. Только настоящее золото, больше ничего. Чего ты ждешь? Я готова. Да будет так. Состязание объявляется открытым. Что ж, обратного пути нет. Все или ничего. Победа или поражение. Слава или позор. Рыба или наживка. Ты отлично нагнетаешь атмосферу. Сейчас я задам тебе вопрос, а ты скажешь мне ответ. Или погибнешь. Ну ладно, ладно. Задавай вопрос. Хорошо. Вопрос. Орел или решка? И это все? Орел или решка?
И это состязание за королевский трон? Орел или решка? Орел. Решка. Что ж, может быть, получится в другой раз. Достаточно. Я хочу попробовать еще раз. Да будет так. Орел или решка? Решка. Орел. Что ж, может быть, получится в другой раз. Достаточно. И почему я всегда проигрываю? Не упрекай себя. Когда-то я был таким же, как ты. Нет, честно, я был самым настоящим неудачником. Правда, однажды вечером я пошел гулять по крыше нашей многоэтажки. Была гроза. Я предусмотрительно раскрыл зонт и надел на ноги ведра. И тут мне бросился в глаза громоотвод, который был криво установлен. Я тут же схватил его, чтобы выпрямить. Потом я помню только яркую вспышку света. Что именно это было, я не могу сказать. Но с тех пор я никогда ни в чем не проигрывал. Я хочу попробовать еще раз. Да будет так. Орел или решка? Решка. Орел. Что ж, может, достать? Пойду-ка я отсюда. Всего хорошего. Табличку можно было бы и покаверзнее сделать. Она не привинчена. Она держится лишь благодаря чуду субатомной силы притяжения. Нет, я не хочу быть виновной в том, что больше никто не найдет дорогу. Поэтично и удручающе одновременно. Я лучше оставлю ее здесь. Кажется, жизнь художника... Хотя никто не приходит и... Она должна оставаться чистой. Телефон! Наконец-то я смогу позвонить своему адвокату. Если бы я еще помнила его номер. О, не такая уж большая трагедия. Он все равно сломан. Трубки нет. Здесь достаточно светло. Окей. Эй, подожди. Лампа соединена, провод очень умно. Так ее никто не украдет. Кто-то похитил все подушки с этого диванчика. Нет. Во-первых, у меня нет времени. Во-вторых... Нет. Во-первых, у меня нет времени на отдых. Посмотрим, найду ли я здесь шумопоглощатель для моего главного оружия. Стоп. А куда делись все подушки? Глянь-ка, Харви, диван. Как печально.
Ты должна пообещать мне, Эдна. Да. Не отдавай меня в переделку, если я когда-нибудь... Ты никогда не сдуешься. Прикручен к стене накрепко. Не такая уж большая, он все равно сломан. Привет, Алю. Здравствуй, Эдна. Что привело тебя ко мне на этот раз? Можно мне взять твою вешалку? Мне вообще неприятно. Но, к сожалению, во-первых. Во-вторых, знаешь... У меня есть вопрос. Выкладывай. Ты поможешь мне обыграть его? За кого ты меня принимаешь? За какого-нибудь мастера Мьянги? Пожалуйста. Ну ладно. У меня есть идейка, как бы ты могла хотя бы сравняться с ним. Но она тебе не понравится. Ну скажи. Электрошоковая терапия. Что? Мы подвергнем тебя электрошоку, чтобы ты тоже могла предвидеть события. Ну, я даже не знаю. Мы бы встретились возле электрического стула и началось бы. Но для этого мне понадобится вешалка получше. С этой меня контролер в бельевой лифт больше не пускает. Что ты имеешь в виду? Я в самом деле не знаю, хочу ли я этого. Просто обдумай все. И если будешь готова, принеси мне вешалку получше. Я решила. Я согласна на шоковую терапию. Очень смелое решение, дитя. Тогда принеси мне вешалку получше, и можем начинать. Поговорим о чем-нибудь другом. Мне уже пора идти. Следи за своей кармой. Я отдохну позже. Поздно, кто-то уже утащил всю подкладку. Отсутствуют все подушки и покрывала. Отсутствуют все подушки. Если так подумать, то мастер Эдер был полным шизиком. И тогда вся передача наполняется каким-то зловещим смыслом. Привет. Эй, тебе не нужно от меня прятаться. Кто знает, ты можешь быть переодетым велоцираптором.
Меня зовут Эдна. Очень приятно. Я профессор Нок. Рад познакомиться с тобой. Что ты там делаешь? Я занимаюсь палеонтологическими исследованиями. За креслом? А где же еще? Да исторические скелеты не валяются посреди комнаты. Они бы уже давно бросились всем в глаза. Действительно. Ты, наверное, один из этих чокнутых ученых. Немыслимо. Как тебе только в голову такое пришло? Ох уж это современная молодежь. Видит седовласого мужчину, который прячется в сумасшедшем доме за креслом, и уже утруждают себя этим старым клише о чокнутых ученых. Мне очень жаль. Я не хотела тебя обидеть. Пожалуйста, можно я переключу канал? Ни в коем случае. Я должен узнать, чем все закончится. От этого зависит судьба человечества. Все динозавры вымрут. Этого не может быть. Они притворяются, чтобы мы чувствовали. Что они задумали? Не хотят ли они тайком? Можешь переключать? Мне нужно подготовиться. Приветствуем вас на биржевых новостях. Здесь говорят только о двух вещах – покупках и продажах. Ну, супер. Из огня да в полымя. Ему телепрограмма, кажется, нравится. Как раз его уровень. Единственный свет, который они получают, исходит от экрана телевизора. Очевидно, воятель был в сильнейшей депрессии. Этот ужасный комок... О, нет. Я не курю. Заманчиво. Но у меня нет времени на просмотр телевизора. Да, может быть, удастся обучить его трюкам. Алле-оп! Вот и все, что я знаю о дрессировке. Заманчиво. Но у меня нет времени на... Нападение летающих ящеров! О, это всего лишь ты. Привет, Эдна. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Ну, конечно. Я всегда пользуюсь бельевым лифтом, чтобы доехать до своей перуанской янтарной шахты. Бельевой лифт едет до Перу? Конечно же нет. Глупышка. В Детмалдинолиппе нужно сделать пересадку на тектонический дрейф континентального плато. Ты знаешь что-нибудь о докторе Марселе? Больше, чем все остальные. Ты знала, что у него есть страшная тайна? Я так и знала. Я знала! Да! В своих секретных лабораториях на Юпитере он выращивает гибрид динозавра и человека. Нет, этого я не знала. Ты не одолжишь мне свой билет на бельевой лифт? К сожалению, не получится. Мне нужно съездить в перуанскую янтарную шахту, чтобы добыть ДНК динозавра. Какая жалость. Как продвигается исследование? Отлично! Только мне не хватает несколько генов динозавров. И для моей секретной инкубационной программы, как ты понимаешь? Как интересно! И как же разводят динозавров? Ну, это же знает каждый ребенок! Динозавры вылупляются... Я загляну потом. И ты имеешь в виду, если мир еще будет существовать? Да, плюс-минус 10 минут. Нет, спасибо. Я поем стоя. Нет, это кресло профессора. Заманчиво, но у меня много дел. Там кто-то прячется. Оставлю это. Все равно идет одна ерунда.
Алло? Алло? Пожар! Пожар! Не вешай трубку. Что тебе нужно? Одолжи мне свой телефон. Послушай, телефон — это мое средство существования. Не могу себе представить, что будет, если я окажусь недоступен. Боюсь даже подумать, что будет, если я выпущу его из рук. Даже если моя жена закричит: «Смотри, Япи, это мальчик!» И я представляю себе, что в тот краткий миг, когда я наклонюсь к жене, курс моих акций упадет в бездну. Я потерял бы миллионы, так как я не был на телефоне. Только короткое мгновение, единственное мгновение невнимательности, и моя жизнь закончится. Ты не знаешь, случайно, как отсюда выйти? Нет, но ты не хочешь отсюда выходить, поверь мне. Мир — это жестокое место. Ошибки, которые ты там делаешь, имеют настоящие последствия. Если ты потеряешь, например, несколько миллионов евро, только так, как ты на короткий момент от... Очень малюсенький момент был невнимателен. Например, так как твоя жена кричит: «Смотри, Япи, это мальчик!» Тогда долги будут преследовать тебя на протяжении всей твоей жизни. Неважно, разговаривай дальше. Это я и хотел сделать. Алло, ты еще тут? Что ты думаешь об этом парне, Харви? Биржевой спекулянт на работе. Ничего необычного. Не поменяешь ли ты свой телефон на это редкое первое издание? Нет, этот телефон — вся моя жизнь! Я должен быть... Руки вверх! Я конфискую этот телефон! Никогда! Это все равно, что конфисковать мое сердце, мою душу и воздух, которым я дышу! Ладно, успокойся. Не поменяешь ли ты свой телефон на эту отличную клюшку для пола? Нет, этот телефон, я должен быть... Давай телефон или... Или что? Или я придумаю скетч на тему... Проходи, шутилка. Не поменяешь ли ты свой телефон? Нет, этот телефон, я должен быть... Не поменяешь ли ты свой телефон? Нет, этот... Я должен... Нет ключа. Здесь написано: дефицит ложек. Пожалуйста, возвращайте ложки в столовую. Оно дошло до двери, но теперь у него проблема. Это просто декорация. Только для персонала. Добрый день. Добрый день. Тут сказано о правилах пользования лифтом, но тут не рассказали о применении городского транспорта. Добрый день. Ваш билет, пожалуйста. Билет? Но я не вижу никакого поезда. Все дело в том, что здесь нет поезда. Зачем же мне тогда билет? Не вижу смысла. Помедленнее. Проездной билет, само собой разумеется, нужен для системы бельевого лифта. Бельевой лифт следует через все здание. Останавливается только в подвале, на третьем этаже и здесь, на втором. Я бы хотела купить билет. Проездные билеты, очень их по пальцам можно пересчитать. Как же мне получить? Это же абсолютно нелогично. Система, вот, я сам это придумал
Тогда должна существовать возможность... Она существует. Все учтено. Едет тот, чьи... Но здесь нет никакой очереди. Тогда, может быть, ты лучше вместо того, чтобы стоять... Кто следующий на очереди? Следующий на очереди номер два. И кто же этот номер два? Об этом тебе лучше спросить. Я не разглашаю. И кто же... В обращении была за один у господина Мантела. У него абонемент. Что означает? Еще один проездной. Он регулярно посещает. При этом имеются в виду треть проездной. Правда, я подумываю о том, чтобы он использует его не... Да. А у кого? Ты же сказал, что в обращении на... И что? Я... А что за проблема? Не обращай на него. Я ему уже давно кричу, чтобы... Но думаешь, он меня слышит? Может быть, он бы... Что? Ты считаешь, что он из-за... Но это же... Эй, ты! Будь добр! Иначе я сейчас подойду к тебе и... Стоп! Не так быстро, дружище. Сначала я должен... Добрый день. Харви, что ты думаешь об этом типе? Он немного нервничает, если хочешь знать мое мнение. Он весь такой замызганный, грязный, что я за него даже прихваткой не возьмусь. Ваш билет, пожалуйста. Ты знаешь, как мне отсюда выбраться? Выход находится на торцевой стороне зоны погашения проездных билетов. Нет, я имею в виду вообще выбраться. Да, я тебя дверью на торцевой стороне... Но я имею в виду еще дальше. Ну, если ты выйдешь через все, что находится за этой дверью... Правильно, но если... Ты имеешь в виду... Я сдаюсь. Пойду-ка я... Тогда осво... Зовут Петра. Подай мне букву П. Или, знаешь что, оставь П себе. Что ты тут делаешь? А на что это похоже? Я готовлю вечеринку-сюрприз. А где остальные гости? Привет! Это вечеринка-сюрприз. А что это был бы за сюрприз, если бы все о нем знали? Это было вовсе не обязательно. Вечеринка вообще-то не для тебя. Сегодня день рождения Питера. Только не говори ему, что здесь будет праздник. Это будет сюрприз. Посмотрим. Ты должна пообещать мне, что ничего ему не скажешь. Хорошо. Пообещай. Ну, обещаю. Поклянись. Клянусь. Всем, что дорого и свято. Да, да, да. Честное пионерское. Я клянусь тебе, понятно? Понятно. Твоего слова мне достаточно.
Занятный выбор комнаты. Что ты имеешь в виду? Ты не думаешь, что пришло бы больше людей, если бы ты не стала праздновать именно в туалете? Не знаю. Это все-таки праздник-сюрприз. А что может быть сюрпризнее? Сюрприз сюда не совсем подходит. Отвращение или абсурд. Это подходит. Ах так? И где я, по твоему мнению, должна была праздновать? Насчет бара? Не пойдет. Питер сидит там целыми днями и предается унынию. А это все-таки вечеринка. Он немного обидчив. Я надеюсь, что... Как насчет кофейни? Уф, нет. В эту комнату однажды. Это были артисты. Больше они оттуда. А как насчет комнаты отдыха? Нет, не переношу вечеринки. Что насчет общей комнаты? О ней я подумала в первую очередь. Но король Адриан был против. Король Адриан? Он заведует общей комнатой. Он мудрый и справедливый король. Говорят, что он обладает... К сожалению, он... Его адъютант, этот Драгельбей. Любая комната... Мне кажется... Ты знаешь, как отец... Почему я должна хотеть? Здесь всегда что-то. И люди. Кроме того, здесь не нужно. Если ты забыл надеть штаны, а если ты хочешь выбраться отсюда, тебе лучше, если найдешь его. Думаю, что он сейчас как раз работает. Если ты совсем в отчаянии, ну, я бы пошла к нему. Только этот тип опасен. Правда, его одиночная камера. Тебе придется подождать, пока... Тогда нас и уведут в общий ключник. Веселись. Буду. Ах да, когда будешь уходить, посмотрим. Не очень-то аппетитно, когда еду ставят при... А когда же у меня день рождения? Я даже не могу вспомнить. Я определенно скорпион. Если ты скорпион, то... Когда же он? Я даже... Я приди... Если ты... Не очень-то аппетит. Я не хочу брать все сразу. Миска достаточно большая. Так тоже не лучше. Так тоже не лучше. Лучше не надо. От бобового соуса меня пучит. Ну и что? Ладно, но под твою ответственность. Нет, в моем ухе найдется. Харви, есть хочешь? Да нет, в общем-то. Такое ощущение, будто живот ват. Досада. Я прочитал в командной строке. Нет, спасибо. Я не...
Там всякий хлам для трудотерапии. Нет, спасибо. Я не увлекаюсь. Извини, они мне еще нужны. Привет, человек-пчела. Привет, незнакомка. Называй меня Эдна. Рад познакомиться с тобой, Эдна. А как зовут твоего маленького друга? Харви. Он помогает мне выбраться отсюда. Салют, Харви. Клёвый прикид, старик. Ты знаешь, как отсюда выбраться? Самый естественный способ – это уст, чего в принципе почти никогда не случается. Возможно, потому что критерии умственного выздоровления... И если честно, ну кто стал бы удовлетворять потребности своих... Очень даже цинично для человека, носящего костюм пчелы. Как бы то ни было, самые чокнутые из нас пользуются старой системой бельевого лифта. Так им удается без разрешения. Бельевой лифт на свободу. Почему тебя здесь держат? Ты умный и веселый. У меня есть предположение. Думаю, это связано с моей одеждой. Мужчины, которые носят Как ты думаешь? Совершенно очевидно. Мужчины в костюме пчелы во всех... И главным виновником являются создатели мультфильмов. Ведут самую настоящую кампанию. Мексиканец из «Симпсонов», Вилли из «Пчелки Майя», семейка Долтонов из «Счастливчика Люка». Мужчины в костюме пчелы – это клоуны СМИ. Зачем ты носишь костюм пчелы? Из солидарности с другими, чтобы открыть одеяние насекомых мировой в качестве истинной сатиры, для бойкотирования и в заключении, чтобы выразить свое восхищение. Ты проспорил. Я проспорил. Почему у тебя такие большие уши? Чтобы я мог лучше сожрать тебя. И, боюсь, они служат вентилем для недюжинного выделения ушной серы. Недюжинное выделение ушной серы? Фу. Да, это тебе не... Не стоит употреблять это слово в одно... Гиперпродукция серы – это своего рода на горячие напитки. Ой, а мне бы сейчас так пригодилось. Ты рисуешь что-то определенное? Я жду вдохновения. Глоток кофе мне... Но я стыжусь своей. Но ты не должен ее... Моя аллергия приводит к повышению... О! Что там насчет ушной серы? Речь идет о своего рода... А мне бы... Тогда я делаю ноги. Валяй! Хочешь бобового соуса? Лучше не стоит. За это я упиваюсь безграничным контролем. Только потому, что я стою здесь и злюсь из-за этого, я уже являюсь частью искусства. Заманчиво. Но именно он делает произведение искусства таковым. Чем больше я злюсь, что слишком ценю искусство, чтобы решиться на кражу ключа, тем гениальнее становится произведение. И меньше шанс, что я возьму ключ, и тем сильнее я злюсь. Ух ты! Он мне правда нравится. Да, мне тоже, дружок. Давай возьмем его. А, Харви, тогда все разрушится. Я предупреждаю тебя. Игроки этого не поймут. Если они здесь все понимают, то им уже ничем не помочь. Нет, она должна оставаться чистой. Всего один пункт. Скунс-коктейль.
О, господи, у бармена самые загребущие лапы после Брюса Ли. У Брюса Ли были тигриные когти, Эдна. Неудивительно, что он не умел разборчиво писать. Оставь его, пожалуйста. Мне нужен мрак. Тогда мне не так бросается в глаза, что я все вижу в мрачном свете. А-ля 80-е. У меня нет времени на отдых. Эй, ты! Меня зовут Эдна, а тебя? Привет, Эдна. Меня зовут Питер. Честно? И кто мог так назвать своего ребенка? Скажи-ка, а сколько тебе лет? В наши дни такое имя вряд ли встретишь. Боже, боже, боже. На редкость ужасное имя. Будь у меня такое имя, я бы, наверное, покончила с собой. Я имею в виду, все не так уж страшно. Имя, конечно, отвратительное, но оно тебе как-то даже Тебе нехорошо? Нехорошо? Не то слово. У меня сегодня день рождения. Еще один год на спидометре. Что ж, хуже моя жизнь. У тебя маниакально-депрессивный... Док называет это так. А ты как это называешь? Я называю это Питер. Я могу тебя взбодрить. Попробуй. Хуже, чем сейчас, уже вряд ли будет. Приходит мужчина к врачу. В общем, мужчина примерно твоих лет. Старый, то есть. А врач ему и говорит: Питер, тебе недолго осталось. И это весь анекдот? Почему анекдот? А я просто хотела тебя бережно подготовить к тому, что ждет тебя в скором будущем. Но это же не совсем ободряюще. О, точно. Сегодня хороший день, солнце светит. Ну да, хорошо. Тебе это здесь не особо-то и нужно. Ты же здесь заперт. И все клевые вещи, которые можно делать на улице, тебе недоступны. Но, наверное, тебе станет лучше, если я скажу, что все остальные веселятся. Потому что, в отличие от тебя, они могут делать все, что им захочется. И если уж говорить на чистоту, возможно, они даже рады, что ты не с ними. Ты ведь далеко не душа общества. Я потеряла мысль. К чему я это все говорила? Ты хотела меня приободрить. Ах да, точно. В любом случае, ты еще в твоем возрасте, это вовсе не само собой разумеешь. Ты начинаешь стареть, все, хорошие времена уже. Ты можешь спокойно забыть обо всем. Поезд ушел, Питер. С этого момента все будет только... Я потеряла мысль. Ты хотела меня? Ах да, точно. Ты же здоров. Пока. Но все же слабость не ума. Нужно быть благодарным за то, что механизм хотя бы... Ведь наш организм есть не что, а любой механизм когда-нибудь. Этому, естественно, предшествует долгий период. Здесь подправить, там детальку заменить. Лучше даже не пытаться. Просто эти механизмы не рассчитаны на вечную работу. Нужно уметь распознавать момент, когда ты становишься всем в тягость. К чему я это все говорила? Ты хотела меня приободрить. Ах да, точно. С точки зрения космической взаимосвязи, твои проблемы не имеют совершенно никакого значения. Вернее, с точки зрения космической взаимосвязи, я хочу сказать, кому нужно, чтобы... И кому какое дело, сделали ты что-нибудь такое, и вообще, что вечно? Ничего. Даже пирамиды когда-нибудь. В конце все будет пеплом. И все ради чпуф, всего лишь теплый. Что я хотела этим сказать? Да, что? Ты хотела меня... Ах да, точно. Я сдаюсь. Ты слишком твердый орех. Спасибо за помощь. Не за что. Ты случайно не знаешь? Отсюда нет выхода. Ни из этого дома, ни из... Петра устраивает в туалете вечеринку. Я знаю. Ты не пойдешь? Мне кажется, она очень стара. Меня туда никакими ковришками не заманишь. Как ты думаешь, почему я здесь прячусь? Это Петра со своим чересчур хорошим настроением докучает больше, те хотя бы молчат. Пожалуй, я оставлю тебя наедине с твоей печалью. Да уж, зачем составлять компанию такому, как я? Да уж, это вопрос не ко мне. Бармен, коктейль, пожалуйста. Подожди немного, я... Но у него уже есть коктейль. Не учи меня, как работать в баре.
Это не спиртное, это чистящие средства. Ну да. Хотя во многих... Эй, не трогай. Это единственная ложка, которую мне удалось раздобыть. И здесь бармен смешивает свои коктейли. Ого. 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 Вперед, Харви! Фас! Несколько узоров не повредят. Всего один пункт. Скунс-коктейль. О, господи. У бармена... У Брюса Либы. Неудивительно. Что мне написать? Кофе. Хорошо. Бармен, коктейль, пожалуйста. Подожди немного. Я как раз обслуживаю этого господина. Но у него уже есть коктейль. Не учи меня. Сломанный настольный футбол. Теперь я понимаю, почему с ума... Сломан, и мяча нет. Теперь я понимаю, почему... Если хочешь свести с ума настольный... Зажжем, Харви? Ладно. Зажжем, не заржем. И не зажужжим. Зажжем. Здесь кто-то нацарапал «Осторожно, Фрэнк». Странно. Фух. Здесь уже что-то написано. «Осторожно, Фрэнк». Зеркальным шрифтом. Хм. Странно. Один грязный, а на другом написано «Осторожно, Фрэнк». А в остальном они почти одинаковы. На этой картинке капитан... Разве это не... Да, это стул! И это пепельница? Больше похоже на тренажер для змей. Если выберусь отсюда, начну курить. Обещаю. Немного громоздко, тебе не кажется? Лучше не надо. У меня... Нет, у него такой вид... Сюда вставляются монетки. Пусто. Не самое уютное местечко. Сюда пролезают только монетки. Сюда ничего не вставляется. Наоборот, отсюда выходит. Надеюсь. Посмотрим, смогу ли я взломать эту штуковину. Неверная операция.
Харви, у тебя есть немного мелочи? К сожалению, нет. Я абсолютный банкрот. Чёртовы пираты. Не самое уютное местечко. Что ты об этом думаешь, Харви? А как ты узнал, что... Они не убегают, когда ты дико размахиваешь руками. Я имею в виду, они не убегают, если ты делаешь обычные хватательные движения. Сейчас посмотрим. Ух ты, галапагосские черепахи. Ой, сломала. Посмотрим, смогу ли я взломать. Неверная операция. Посмотрим, смогу ли я взломать эту штуковину. Неверная операция. Лучше не стоит. Боюсь, оно растворится. Лучше не стоит. Такую ерунду с собой лучше не носить. Она же может расплавить карман. В конечном итоге она разъест все до самого биоса. Лучше не стоит. Боюсь... Вперед, Харви! Фас! Ого! Зажжем, Харви! Ладно. Зажжем! И не... Thank you.
приветствую, профессор. Нападение! О, привет! Как продвигается исследование? Отлично! Для моей секретной... Как интересно! И как... Ну, это же динозавры! Ты не одолжишь мне? К сожалению, мне нужно съездить в перуанскую... Какая жалость! Я загляну потом. Ты имеешь в виду... Да, плюс-минус 10 минут. На этой картинке Юнг... Возможно, это своего рода... Ага, жора фрукта, который... Возможно, это подставка для нас. Для чего? Смотри, Харви, пепельница. Ты уверена? Она может быть королевой. Нет, посмотри же, это морщинистая поверхность. А, точно. Потом это невыразительность. Эти ужимки государственного человека. О, да, да, ты права, это пепельница. Как вкусно! А еще это замечательное шипение, как... кукурузные хлопья. А еще... Уберу-ка я ноготь в пакет. Так я его... Недурно. Кукурузные хлопья с горчицей. Недурно. Харви, есть хочешь? Да нет, в общем-то. Такое чувство. Здравствуй, профессор. Нападение! О, привет. Ты не одолжи? К сожалению, мне нужно. Какая жалость. Я загляну под... Ты имеешь в виду? Да, плюс... Единственный свет, который они получают... Ему телепрограмма, кажется, нравится. Как раз его уровень. Черт, я слишком неловкая для этого. Похоже, что без ключа есть...
Не поменяешь ли ты свой телефон на этот соус? Нет, этот телефон я должен... Сюда ничего не вставляется. Наоборот, отсюда выходит. Надеюсь. Пусто. Пусто. Черт, трубки нет. Никакого эффекта. Алло. Не отвечает. Неудивительно. Трубки-то нет. Нет. Во-первых, у меня нет. Во-вторых... Нет. Во-первых, у меня нет. Во-вторых... Глянь-ка, Харви, диван. Как печально. Ты должна пообещать мне, Эдна. Да. Не отдавай меня в переделку, если я когда-нибудь сдуюсь. Ты никогда не сдуешься, старый друг. Супер рассыпчатые. Нет. А почему нет? Слишком уж просто. Когда же у меня день рождения? Я даже не могу вспомнить. Я определенно скорпион. Если ты скорпион, то я омар. Чипсы с кетчупом. Недурно. Интересно, а я сумею наладить производство волнистых чипсов? Наверное, нет.
Что? Да что же это такое? Нож такой тупой, что даже чипсы не режет. Если добавить немного молока, они стали бы еще вкуснее. Или мороженого. С ванилью. Шоколадные чипсы. И ваниль. Посыпанные сахаром и корицей. Но тогда уж без... Договорились. Нет, я могу их есть. А если смешать все вместе, получится... Так, теперь бедные чипсы смогут наконец... Моя клюшка для пола не ест чипсы. Да она вообще под... Харви, есть хочешь? Да нет, вообще такое ощущение. Лучше, чем просто чипсы. Чипсы на палочке. Вау! О нет, чипс. Так же, как твоя карьера. Нет. Но... Слишком. Понятный выбор. Что ты имеешь? Ты не думаешь, что пришло бы, если бы... Не знаю. А что может... Сюрприз, отвращение... Ах, да! Любая комната... Мне... Веселись. Ах, да. Посмотрим. Я возьму эти чипсы с собой, ладно? Ох, они же для вечери... Да, действительно. Посмотри-ка, ты ошиблась. И что это такое? Это домашний бобовый соус. Горох, бобы, фасоль, черно... Секретный ингредиент? Слабительное. Пепперони нельзя есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О! У меня для тебя кое-что есть. Оно тебя быстро на ноги поставит. Сомневаюсь. Бармен, коктейль, пожалуйста. Конечно. Чего желаете? Один кофе, пожалуйста. В меню такого нет. Еще как есть. Что? Дай-ка посмотреть. Шутница. Это не мой почерк. Ты же сама подписала, признавайся. Что мне написать? Да, хорошо. Бармен, коктейль, пожалуйста. Конечно. Чего желаете? Стакан воды, пожалуйста. В меню такого нет. Еще как есть. Что?
Дай-ка посмотреть. Шутник. Это ты же сама. Всего один пункт. Скунс-коктейль. О, господи. У Брюса Ли были... Не удивить. Бармен, коктейль, пожалуйста. Конечно. Скунс-коктейль, пожалуйста. Скунс-коктейль! Сейчас будет! Как мило. Даже с трубочкой. Только что тут так странно пахнет? Кто-то умер. Я сошла с ума. С тобой все в порядке? Эдна, скажи что-нибудь. Полковник, краснокожие окружили форт. О, слава богу, все как прежде, но как напиток. Так себе. Все же ты выпила его до дна. Да, я должна была его уничтожить. Такой дьявольщине, как скунс-коктейль. Кроме того, я выпила его не до дна. На дне я оставила... Эта муха уже на том свете. Харви не носит ни галстук, ни бабочку. Как подумаешь, как легко это мог... Мрак! Лучше выпью кетчуп прямо из тюбика. Я люблю пить горчицу прямо из тюбика. Продукты питания не должны приближаться. Они рискуют быть неправильными. Нет, она... Только не напоминай мне про это. Я думал, ты хочешь вспомнить. Все хорошее. Боюсь, хорошее. Мне бы эти... Я расширю отверстие. О, чуть не запорола. Как подумаешь, как легко это могло бы пройти? Мрак! Кто дальше плюнет ногтем? Тьфу. Куда бьет капитан Негодяев, уже не просунешь соломинку. Конечно. Чего желаете? Больше не нужно. Я лучше добровольно вернусь в... Бармен, как... Конечно. Полное прохождение, пожалуйста. Да, тебе бы в меню такого нет. Эй, не трогай. Это единственное. В моем коктейле была муха. Не может быть. Сколько же еще пауков нужно туда добавить? Вот, это было отвратительно. Что ты сделала с содержимым? Ты что, выпила его? Конечно. О-о-о. Все нормально, только не паниковать. Ты знаешь номер пожарной группы предотвращения эпидемий? Нет. Да, скажем так, первый шаг ты уже сделала. У меня нет времени на отдых. Сломанный настольный футбол. Теперь я понимаю, почему. Бармен, коктейль? Конечно.
пожалуйста, один... В меню. Знаешь, чего не хватает в твоей закуске? Чепуха, здесь подвальное... О-о-о-о, выпавший мал. Хочешь что-нибудь? Могу я посмотреть вашу лицензию на продажу спиртных напитков? Ну, конечно. Я всегда очень прямо под мышку полицейского. Уже не так важно. Хороший парень. Не стоит этого делать. Он и без того выглядит так, как... Харви, что ты о нем думаешь? Мне интересно, куда он смотрит. Исходя из того, как пространство искажает массу, возможно, что он смотрит в точку, и, судя по взгляду, кто-то... Эдна, что ты делаешь? О, я боюсь... Мы восстановим твою... Зажжем, Харви? Ладно. Эдна, что ты делаешь? О, я... Мы восста... И здесь бармен смешивает? Нет, там уже достаточно дохлых насекомых. Лучше я не буду оттуда пить. У меня такая и... Труси! Эдна? Шляп! Я уж... Эй, они же нормальные! Бармен? Конечно! Грок, пожалуйста. Мы его больше... Что-то случилось? Весело. Один тип пронюхал и воспользовался им, чтобы расплатить... Похоже на отважное приключение. Да, был немного ку-ку. Хотел стать пират. Жаль его. Почему? К сожалению, нет. Потом запер его в камеру. Оу. Это не спиртное, это чистящие средства. Ну да, хотя... Здесь нет самообслуживания. Аля, Вась... Зачем? Я не собираюсь... Для дебоша я еще... Не печалься, все еще... Сюда пролезают только монетки. Сюда пролезают только монетки. Твой коллега. Опять одно и то же. Мухи и пчелы похожи. Опоссум. Опоссум. Опоссы. Опоссо. Опоссум. Опоссо. Опоссум. Опоссумы. Опоссы. Опоссумы. Опоссы. Опоссум. Облади. Облада. Миссия неопосима. Хочешь чипсы? Нет, я и... У меня нет обоснованных доказательств против него. Ого, из настоящего пчелиного воска.
у того, кто рисовал эти круги. К сожалению, от этого... Харви, глянь, восковые мелки. Круто. Сколько их? 2. Черт. Этого не хватит, чтобы слепить гигантского монстра. Продолжай искать. Токио не будет ждать вечно, чтобы я его растоптал. У меня получится отменная сваха. Какой у них обоих счастливый вид. Лучше не надо. Не хочу испортить романтическую атмосферу. Почему бы и нет? Портить это хорошо. Ах, Харви, замолчи. А когда же у меня день? Я даже не могу. Не очень-то аппетит. Я не хочу брать все. Я лучше не буду. Ты только посмотри, Харви. Ага, круто. Мило, может дальше? Я не бью старых людей, разве что когда... Посмотри-ка, что я нашла в своем напитке. Ах да, коктейльная карта бармена. Еще одна причина, почему я питаюсь только... Привет, Алю. Здравствуй, Эдна. Что привело тебя... У меня есть вопрос к... Выкладывай. Поговорим о чем-нибудь. Мне уже... Следи. Вероятно, я найду еще... Черт. Мокрицы, жуки, пауки. Но никаких мух. У меня есть идея. У меня есть идея. Мы можем осматривать щели через соломинку в поисках полезных предметов. Думаешь? Ну, хорошо. Фу! Насколько полезна ниточка, пыль и... О, мокрица! Цена! Во мне как раз формируется новая идея. Да, да. Мы должны. Мы должны. Если у тебя есть ответ на вопрос, зачем я это делаю, то тебе повезло. Кое-что и первое. Тебе эта соломинка что-нибудь напоминает, Харви? Ты раньше отлично умела делать и плевалась ими. Круто! А значит, надо отп... Нет. Нет? Ты не можешь использовать мои сверхъесть... О, пожалуйста! Большая власть...
есть идея. Мы можем... Думаешь? Кто-то похитил все подушки с... Нет. Во-первых, у меня... Во-вторых... Поздно. Кто-то уже утащил... Сюда пролезают только монетки. Сюда пролезают только монетки. У меня для тебя кое-что есть. И что мне делать с этой мухой? Мне нужна ДНК динозавра. Согласен, она напоминает, но он не заключен в янта. А раз она не окаменела... Не поменяешь ли ты свой... Нет, этот я должен... Не поменяешь ли ты свой телефон на эти чипсы? Нет, я думаю... Тыканье соломинкой не... Можно было бы послать, но придется подождать. Один хот-дог с без луком и с без колбасой. А в булочке? Не, с без булочки. Ух ты! Харви, есть хоть? Да нет, такое ощущение.